Штаб по ситуации в сфере ЖКХ глава города начал с вопросов чистоты. В последнее время вновь участились жалобы от жителей микрорайона «Олимп», где совсем недавно установили мусорные контейнеры. Люди идут в понедельник на работу, там, да и вообще в городе, видно горы этого мусора около контейнера, горы, заполнены они около лежат, и в городе этот мусор. Так что поэтому будьте добры, давайте и в воскресенье занимайтесь этим выводом. Но самым горячим оказался вопрос холодных батарей. Тепло до сих пор есть не во всех квартирах. Поступила коллективная жалоба с домов Западная 32, 34, 36. Люди беспокоятся, что не будет отопления. Сегодня туда направляем комиссию. Очень негативно реагирует главный инженер компании. Собирайтесь, решайте этот вопрос. Ни день, ни два, ни три, как это всегда бывает. Там звонков море. Кроме того, оказалось, что руководители управляющих компаний порой просто не знают, что происходит на веренных им объектах, в том числе и об аварийных ситуациях. Я удивлена. Это лично к вам, там, я не знаю, позвонили, 9 заявок, а через ДЭИ сколько? Почему вы не имеете связь? Вы утром, ваш рабочий день должен начинаться, наверное, с того, чтобы вы связь с диспетчерской, значит, осуществили, или узнали, сколько у вас квартир или домов требует вашего вмешательства. Почему? Это к каждому вопросу из управляющей компании. Особое внимание уделили срокам. 2 недели, отводимые на регулировку, истекли. Нет уже времени для того, чтобы вы еще производили регулировку. Все, люди должны быть в квартирах с отоплением. Наталья Васильева, Анжелика Барвинок. Новости Димитровграда.